господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестный, сотвори Господь хоть 50 одес, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крест, весь в деньгах с задатками повесы. Я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и Штатах недостаток меценатов, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхая с вас, сними крылома. Если чуть-чуть художник и поэт вас поймут в Одессе с полуслова. Подробностей пикантных две. Мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Ну а женщины одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Все в Одессе море песни, порт, бульвар, много лестниц, крабы, устрицы, танцы, бизон, шанте. Да наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра в Риде.